Первое золото на зимней Олимпиаде за последние 20 лет. Такой невероятный подарок Украине сделали 4 хрупкие девушки. Сестры Вита и Валя Семиренко, Елена Петгрушная и Юлия Джима. В эстафете по биатлону им не было равных. Серебро у россиянок, бронзу у Норвегии. Молодцы, девчонки, спасибо за победу. Говорила вся страна, они одинаково сильно мечтали об этом. Вита, Валя, Лена, Юля, чемпионки. Какие же, собственно, они в жизни и в чем секрет их олимпийского золота? Нет, их олимпийской победы.